Это совершенно не тот вопрос, по которому мы должны куда-либо отступать, несмотря на то, что многие отступают. Тем самым мы имеем войну по двум фронтам. По этому вопросу. Первое — это когда мы ведем войну с культурой в целом, которая ненавидит патриархат. Не какой-то патриархат, а конкретный патриархат. Это то, как мы должны обучать людей, когда мы ссылаемся на это. Они ненавидят патриархат, потому что патриархат — зло. И мы имеем мир здесь и культуру, которая ненавидит патриархат. Тем самым мы имеем женщин, которые из-за ненависти к патриархату выходят замуж и не берут имя мужа. Верно? Потому что я сильная, независимая женщина. Я не возьму имя этого мужчины. Я лучше вместо этого оставлю имя отца.